В соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики должностными лицами администрации города осуществляется контроль за соблюдением требований ценовой политики на социально значимые продовольственные товары в торговой сети города. Всего с начала 2020 года проведено 127 контрольно-проверочной работы в сфере ценообразования на продовольственные товары, по результатам которых выявлены нарушения в 100 торговых точках, связанные с завышением регулируемых государством цен на продовольственные товары и непредставлением документов, необходимых для подтверждения условий формирования, установления и применения цен, деклараций на продовольственные товары, декларирование которых является обязательным, товарные накладные. Обращаем внимание субъектов хозяйствования, что основные принципы ценовой политики и регулирования отношений, возникающих в процессе формирования, установления и применения цен, а также осуществления контроля и мониторинга в сфере ценообразования на территории Луганской Народной Республики, определены временным порядком регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 сентября 2018 года номер 582/18. Осуществление контроля и регулирование цен вводится на социально значимые продовольственные товары, на которые устанавливается максимально допустимая цена, а именно на муку пшеничную высшего сорта, произведенную в Луганской Народной Республике по цене 17 рублей 60 копеек за 1 килограмм, воду питьевую, очищенную, доставляемую населению на автоцистернах, реализуемую на разлив в магазинах и специализированных торговых точках по цене 1 рубль 80 копеек за 1 литр. Соль поваренную, пищевую каменную без добавок 14 рублей за 1 килограмм. Мясо птицы, охлажденные замороженные тушки кур весом до 1 килограмма 250 грамм и выше 125-135 рублей соответственно. А также на социально значимые продовольственные товары, на которые устанавливается предельная максимальная торговая надбавка, а именно на хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта, на крупы гречневая, ячневая, манная, овсяная, рис, горох, сахар, молоко пастеризованное, питьевое, разливное жирностью до 2,5%, кефир жирностью до 1%, творог обезжиренный и жирностью до 5%, масло сливочное жирностью до 72,5%, масло подсолнечное, рафинированное, нерафинированное, яйца, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, вареные колбасные изделия первого сорта. Предельная максимальная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя исходной стоимости для социально значимых продовольственных товаров составляет 5%. Предельная максимальная торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя исходной стоимости для социально значимых продовольственных товаров составляет 10% для детского питания, 15% для других социально значимых продовольственных товаров. Предельная максимальная оптовая надбавка на продовольственные товары, не входящие в перечень социально значимых товаров, составляет 20% от оптово-отпускной цены производителя. Предельная максимальная торговая надбавка до 50% от оптово-отпускной цены производителя. Размер установленной предельной максимальной надбавки у конечного продавца не может превышать размер максимальной торговой надбавки для данного вида товаров, независимо от количества посредников. За нарушение условий формирования, установления и применения цен, регулируемых законодательством Луганской Народной Республики, субъекты хозяйствования несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. С перечнем социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена, а также на которые устанавливается предельная максимальная торговая надбавка, можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Экономика и инвестиции».